Итак, Real Racing 3. Продолжаем. Погнали за Lamborghini Sian. Пройдите 7-дневное задание. Дорожное приключение. Дружище, кубок гибридов уже через 2 недели. Давай используем это время для того, чтобы познакомиться с нашим новеньким Lamborghini Sian. Во всей Европе таких всего 2 экземпляра. Мы наверняка получим большее преимущество. Мне уже не терпится испытать эту новую гибридную технологию сверхпроводников. Но я по-прежнему не понимаю, почему мы просто не полетим в Германию на кубок. Ну, я хочу воспользоваться моментом и познакомиться с нашими новыми тачками. Кроме того, в кубке гибридов могут участвовать любые типы гибридных двигателей, поэтому эти выставочные образцы станут отличным подспорьем для нас. Сможем выяснить, какие автомобили используют соперники. О, хорошая мысль. Дружище, тебе стоит поторопиться. Гонка от нас ускользает. Забудь про меня, двигай вперед. Вернись в первую десятку, давай покажем, на что способен Сиан. Новая ламба. Сиан. Так, тачку на прокачку. Сколько хватит золота? Подкачаем все, что сможем. До 3-го этапа. По стандарту. А там будет видно. Качаем пока с этими, с ускорением, с разгоном и максималкой. И один тормоз прокачаем. Вот это Сианчик. Hybrid Highway. Одни испанцы. Каталуния. Ахмед на синенькой ламбе. Венена. Проверяем вид. Неплохой салон. Цветный. Коняга уходит. Леонардо на Ягуаре. Поршик. Мазда. Лиманская. Магнус. На чем он? Porsche Spyder. Так себе выбор. Так, впереди никого не видно. Перемещаемся на финиш. Почти круг, никого не было для бонов. Так что сокращаем. Цвет, конечно, дали такой себе. Какое-то болото. Ахмед взял себе синенький, как на презентации. Спасибо, не надо. О, и само собой, с новыми тачками надо соблюдать максимальную осторожность. То, что у меня 2 Lamborghini, Sian, еще не означает, что я деньги по лопатой грибу. Продолжай двигаться вперед, постарайся обогнать 5 соперников, но не повреди товар. Окей.
финишировать минимум седьмым. И 5 соперников. Магнус, походу, в том числе. Двенадцатая позиция. Тут Ламба, Центонарио, вроде бы. Давид. Что это? Ягуар. Эмильяно. Камаро. И Макс. Подвинься. Так, что-то никого не видно. Опять перемещаемся. И на последних поворотах встречаем тут Феррари. Николас. Завершаем на шестой позиции. Подиум уже в пределах видимости. Поднажми, задай всем жару. Окей. Рвем к первому месту. Магнус и Ахмед уже там на втором-третьем месте. Ошиваются. Алехандро. На бэшке. М3. София. Мерседес вроде. Так, кто-то есть впереди. Матео. Thank you.
спада кода тронка. Так, Ахмед с Магнусом. Ахмед, давай догоняй Магнуса. Не позорься. Воу. Опять задрифтовали. Пабло на Пагане. Неплохо. Так, и все. Первое место. Перемещаемся под финиш. Ахмед так и не обогнал Магнуса. Награды. 5 голды, 500 опыта. Отлично. Так что скажешь, отправимся в путешествие по Европе. Обещаю, это того стоит. Тренировки будут постоянно. Я покрою расходы на переезд и размещение, а призовые деньги поделим. Звучит заманчиво. Я с удовольствием отправлюсь в турне по Европе на Сиан. Не сомневаюсь, с тобой и Эриком мы победим. Я тебе рассказывал о своем самой первой поездке на Сиан. Так, забираем награды. Или пока не забираем. Пусть пока будет. Так что до следующей серии.